Всем привет! Привет! Продолжаем путешествовать. Вторая часть. Музей Батачин. Городском музее Падуи. Музей Батачина – одна из редких по своему превосходству секций. В настоящий момент он занимает один зал второго этажа и две стороны основного двора бывшего монастыря. Все это находится в монастыре. Вот это сокровищница, я бы сказал. Одна из сторон полностью посвящена богатейшему собранию монет, различных медалей. Ну а вторая как раз это художники, картины художников 19-20 века. Там находится коллекция Каподалиста. Это граф Леонардо Эмма Каподалиста, который в 1864 году оставил в дар местным властям 543 произведения живописи. Хронология с 15 по 18 век. Здесь находятся не только венецианские художники, но и иностранцы. И работы художников Ломбардии, Эмилии, Романии, которые посещали территорию Венетто. В основном это религиозные какие-то темы, сюжеты. Микеле Джамбона, Джованни Беллини, Тициана, Вичелия, Джорджоне, Пальма Инвенчито, Доминика Тантаретто, Леонардо де Понте. Очень широко представлена школа Паоло Веронезе и мастерская Бассано. Из основных художников конца XVI-XVII веков здесь представлены картины Пальмы-младшего, Петра Домини, Ганса Роденхаммера, Киара Воротари, ну и, конечно, серия картин Антонио Марини, на которых запечатлены сцены боя, безжизненные тела. Обычно к таким сюжетам прибегали очень многие художники. Вспоминается немножко так Верещагин, но это так, ремарочка. Голландские, французские, немецкие художники 18 века. 16 век Падуи запечатлен такими выдающимися художниками, как Джеламо Романио, Джеламо Тессари, это снятие с креста, Доминика Компаньола, Безглавленного Батиста, Мадонна и святые, Ужин у фарисея, Стефано дель Арцери, Мадонна, святые, Распятие Христа, Якопа Тинторетто, Распятие, Ужин в доме у Симона, Венера и Адон, Аполлон и Марсия, Паоло Веронезе, Мученица святая Джустина, Страдания святого Прима и Величано, Распятие Христа, Джамбатиста Целотти, Якопо Бассано, Франческо Бассано, Франческо Скварочи, Диптих Лазарета, Франческо де Франческо, Диптих святого Петра, Якопо Беллини, Якопо Паризати, Да Монтанья, Мадонна с младенцем, красивая картина, Алвис Вервари, мужской портрет, Лоренцо Коста, экспедиция аргонавтов, вообще обалденная картина, конечно, вот такого, немножко, как мне показалось, в таком сюре сделано, фэнтези, да даже, корабль, который висит над горами. Ну, а также работами из мастерской Джованни Беллини. Я все зачитываю эту маленькую информацию из книжки «Падуа. История искусства культуры». Это серия книг, которые продаются в Италии, которые очень полезны для тех людей, которые будут путешествовать самостоятельно, ходить по галереям. Она продается, по-моему, во всех табакериях, такие киоски книжные. Да вообще она там на развалах продается на улицах. Вот. Стоимость, если не ошибаюсь, порядка 6, да, вот я смотрю, сейчас перевернул ее, порядка 6 евро. Очень рекомендую при путешествии. Желтая книжка такая. И там будут написаны города Падуя, допустим, Верона, Рим и так далее. Хороший путеводитель. Ну что, вот примерно все, что я вам хотел рассказать. Возможно, конечно, я ошибся в произношении названия авторов. Вторая часть. Считаю, что я сделал очень большую подборку картин музея Элемитани, городской музей. Вот смотрите, кто досмотрит, тот досмотрит, кто не досмотрит, тот не досмотрит. Но хочу сказать, что, конечно, обалденные картины, которые на меня произвели впечатление, да и обилие, и года написания этих картин автору. Я думаю, если бы у нас
привезли пару карточек Тинторет, так у нас бы очередь были за горизонт. А здесь просто висят картины. Ну, Тинторет, это Тициан. По обыкновенному музее, бывший монастырь, который очень здорово сделан. Красивая чистота, порядок. Ну, не так много народу, потому что, в общем-то, действительно, может, я попал в то время в Падую. Повезло мне, что не очень было много народа. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Вот смотрите, музей Эремитами, картинная галерея, коллекция Каподалиста, музей Батачи. Все, пока-пока, до свидания. Это была вторая часть. Пока.